Я Абдумаликова Хасиат, выпускница этой школы, профискул, и поступила на грантовой основе в Московский государственный университет имени Ломоносова в Ташкенте. Я услышала, что открывается школа профискул от знакомой моей мамы. Они посоветовали, и моя мама доверилась, потому что раньше был учебный центр Profi Education, и я не жалею, что сюда поступила. Больше всего в этой школе мне нравятся учителя. Учительский состав здесь очень хороший. Они помогают, наставляют. Также нравятся условия, которые создали для нас, для того, чтобы мы здесь учились. Мне кажется, главным фактором того, что я смогла удачно поступить, стало то, как здесь обучают. То есть вариативная система обучения помогла мне фокусироваться на главных предметах и не распространяться на ненужные моменты. И таким образом я смогла получить хороший балл при поступлении. Многие учителя помогали мне. Больше всего я хочу выразить благодарность Екатерине Георгиевне, учительнице русского языка и литературы. Она помогала мне, объясняла и наставляла. Также учитель биологии Эрбол Даниярович помогал, объяснял, показывал, где надо, как решать. Также давал важные советы для поступления.